Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить сыроедческую овощную пасту. Для этого нам понадобятся свежие овощи. Это свежий огурец, баклажан, кабачок, перец болгарский и киви. Для приготовления этого блюда нам нужно овощи нарезать тоненькой соломкой. Для удобности нарезания соломкой мы можем использовать терку для приготовления корейской нарезки. Киви придаст ему чуть-чуть более изысканный вкус, потому что кисло-сладкий фрукт. Мы не используем никакие приправы, ни соль, ни перец. Заправляем мы этот салат лимонно-медовым соусом и украшаем ягодами клюквы. Для приготування сироїдної овочевої пасти вам знадобиться 2 середніх огірка, баклажан, свіжий болгарський перець, кабачок та 1 ківі. Натріть усі інгредієнти на терці, заправте лимонно-медовим соусом. Наступний салат, який нам сьогодні приготують, називається «Вишукана суміш». Для приготовления этого салата мы берем тыкву сладкую, предварительно очищаем ее от кожуры и зернышек, нарезаем, в принципе, можно нарезать любым удобным способом. На данный момент мы нарезаем это кубиком. То же самое мы проделываем с яблоком, очищаем сердцевину и зернышки, нарезаем таким же способом. Вид салату можна використати на ваш смак – фрізе, руколу або ж айсберг. Заправляємо це медово-лимонним соусом, мед з'єднюємо з лимонним соком і додаємо сюди ізюм. Викладаємо це все на тарілку, посипаємо зернишками граната і заправляємо оливковим маслом. Інгредієнти, які необхідні – гарбуз, яблуко, листя салату, родзинки та зерна гранату.